Ко дню дошкольного работника в детском саду номер 6 подготовились основательно. Накануне праздника прошел большой утренник. Дети выступили со стихами и танцами, руководители наградили молодых специалистов знаками отличия. После красочного мероприятия заведующая Татьяна Нафиева рассказала, чем отличается этот садик от других дошкольных учреждений. Детский сад наш посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также дети, которые страдают аллергопатологией. Для них сделано определенное каждому индивидуальное меню. Родители воспитанников поделились мнениями о садике. Наиля и Ильдар Алимовы доверили местным воспитателям двоих детей. Больше всего мне нравится то, что к моему ребенку, каждому, у меня их двое, индивидуальный подход. Допустим, у моего ребенка пищевая аллергия, и то есть питание строится именно на его особенностях. Конечно, очень сильно нравится атмосфера садика. Потому что действительно отношения между детьми, даже то, как они между друг другом общаются, видно то, что это работа воспитателей, то, что они их обучают, как правильно выражать свои чувства. В садике работает психолог, и они замечательно на занятиях с психологом именно прорабатывают те вопросы, как правильно выражать свои эмоции. Это видно по детям. За это, конечно, огромное спасибо. В этом году коллектив стал больше. В садик устроились две молодые воспитательницы. Одна из них – Татьяна Гришина, выпускница педагогического университета. По словам Татьяны, начинающих специалистов поддерживают не только словом, но и рублем. При поступлении на работу нам от правительства Ульяновской области поступили денежные средства в размере 10 тысяч рублей. И также ежемесячно к нашей зарплате по 1000 рублей. Напомним, что майские указы президента исполняются. Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах Ульяновска. Чтобы записаться в садик, необходимо обратиться в МФЦ. Сделать это необходимо в первые месяцы после рождения ребенка. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.